Рада приветствовать вас в очередном видеообзоре кондиционеров торговой марки Fujitsu. Сегодня я с большим удовольствием расскажу о новинке этого сезона инверторных сплит-системах Classic Evro. В отличие от периодически включающегося и выключающегося on-off кондиционера, инвертор работает непрерывно, на малых оборотах и с низким энергопотреблением, постоянно поддерживая установленную температуру с точностью в 1-2 градуса. За стандартными размерами и сдержанным дизайном классика скрывается рекордсмен по энергоэффективности в своем классе. Производительность кондиционера в разы превышает энергозатраты. Стоит отметить, что модели серии Classic Evro соответствуют не только общепринятому, но и европейскому стандарту энергоэффективности. Евростандарт учитывает реальную, а не номинальную энергоэффективность в зависимости от степени нагрузки сплит-системы, показателей работы в различных режимах и времени года. Кстати, о времени года. При стандартных условиях эксплуатации кондиционера летом охлаждение обойдется вам совсем недорого – от 1,5 до 3 рублей в час, в зависимости от мощности модели. С приближением осени классик может скрасить томительное ожидание подачи тепла и стать его дополнительным источником. Благодаря расширенному температурному диапазону обогреваться кондиционером, который как минимум в 3 раза эффективнее обычного электрообогревателя, можно, пока на улице не похолодает до минус 15 градусов. Словом, одно удовольствие – и комфортно, и экономически целесообразно. Раз уж речь зашла о комфорте, современному городскому жителю, как никому, иногда хочется окунуться в атмосферу тишины и покоя. Уровень шума сплит-системы Classic Evro составляет всего 22 дБ. Его можно сравнить с шепотом человека на расстоянии 1 метра. А в условиях городской квартиры звуки ниже 23 дБ практически не слышны. Остается только наслаждаться приятными моментами тишины в любое время дня и ночи. Говорить о кондиционерах Fujitsu можно бесконечно. Они, несомненно, заслуживают особого внимания и всяческих похвал. Чего только стоит 5-летняя гарантия при покупке и установке через официальных дилеров. Однако лучше один раз почувствовать, чем 100 раз услышать. Надеюсь, а в глубине души уверена, что новинка Fujitsu серия Classic Evro придется вам по вкусу.